Только название этой сказки очень трудно понять без подсказки. Что за огонь и что за вода, это каждый поймет без труда. Вот к чему бы медные трубы? И что это за трубы? Водопроводные, самоварные или же пароходные? Я бы вам объяснила название, насколько позволит образование. Да тут и не нужно большого ума. Пусть лучше сказка расскажет сама. А ты откуда взялась?
Ты кто? Никто. А ты кто? Тоже никто. Я козочку пасу. А я уголь жгу. А как тебя зовут? Вася. Вася. А тебя? Алена. Аленушка. Угу. Возьми. Благодарствую. Ты это что? Нечаянно. Нечаянно? Какая она у меня умница. Кто? Белочка. Только что не говорит. А мы ее сейчас научим. А ну скажи мы. Хорошо? Хорошо. А теперь Б. Молодец. Вот видишь, уже две буквы знает. Смеетесь? Вы мне еще поплачете. Посадку давай! Сюда. Кощей бессмертный, здесь проживает. Здесь? А тебе на что Кощей бессмертный понадобился? Как на что? Я плясать приехал он на свадьбу. В таком виде? Ну что ты понимаешь, невежа, это ж парча, парча. А кто ж ты такая? Тёща, тёща. Ну и тёща. Да невестина мать, мне Кощей бессмертный зять. Тьфу, опа, 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 опа. Я еще плясать собралась. Я еще тряхнул стариной. Да трясти не стариной нужно, а схи. Ваше здоровье. Ох, и гостей понавалило. С детьм чертей со всех волостей. Всяких мастей. Видимо, невидимо. Видимо, невидимо, видимо, невидимо, видимо, невидимо. Я бы тех, кого невидимо, не пускала бы, того гляди, ступу весь могут. Или метелку подменят. А у нас не подменят, у нас строго. Строго-то строго, да гостей чересчур много. Мил человек, то ты двумя-то глазами со всеми не углядишь, а у тебя-то один. А свадьба-то когда начнется? Скоро! Беги-беги, теща! Ой, бегу-бегу-бегу! Ой, бегу-бегу-бегу-бегу! Бегу-бегу! Торопись, на дочкину свадьбу опоздаешь. Мерси. Привет. Молодые! Thank you.
одень шапочку, а то Лизинка простынет. Как это она самого Кощея бессмертного кошей зовет? Кошей. А кто ей теперь Кощей? Фу, жених. Кто это? Кто это так? Кто? Кто? Тещина, тещина. Вот так теща. Именитое дворянство! Плешиков, Ушиков, Усиков! Золотое блюдечко, наливное яблочко. Кто ты такой? Крошка. А? Малая сошка. Какая нелегкая тебя принесла, ответствуй! Прибыл я к вашему бессмертию от великого хозяина моего, двенадцатиглавого, сильно могучего змея Горыныча. А почему ж он сам невеже не соизволил прибыть? Хворая, неделю подряд ему не дужится. Первая, пятая, седьмая головы болят, двенадцатая кружится. Голов надо иметь поменьше. Правильно. Просит он принять от него малюсенький подарочек. Мог бы большусенький прислать. Правильно. А какой же это подарочек? Молодильные яблочки. Одно жениху, другое невесте. Как только яблочко съешь, на 100 лет помолодеешь. А если два яблочка съесть? Тогда на 200. Обожди, не кусай. Тебе сколько лет? Самую малость. Точнее. В пятницу лишь только петухи запоют, и четвертый. Сколько? 104-й стукнет. Ага, значит, ежели ты на 100 лет помолодеешь, тебе всего 4 годика будет. Да что же я? Чуть сама свою судьбу не расстроила. Паша, возьми. Даже жарко стало. Ой, Коша, Кошенька, да какой же ты молодец стал. Кстати, бабусенька, отдала бы ты отсюда. Как? Я теперь себе молоденькую найду. Вовадя! Отдай! Вовадя! Как же так? Ты ведь и приданное взял. Мотайте, мотайте, пока целы. Не плачь, не реви. Ну, злодей, отольются тебе слезы девички. Все, свадьба отменяется. Все Кощей обманщики! Эй, цари мои верные! Ты нас еще попомнишь, Кощей, предсмертный! Проваливай! Проваливай! В душе священия освобождай помещение! Ваше бессмертие! Ваше бессмертие, я тебе такую кралю отыскал, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А, вот это то, что мне теперь и надо. Действуй незамедлительно. Я и в будничный денек, симпатичный паренек, а по воскресеньям, ну просто нет спасения. Малинка, 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 малинка.
толстушку полюбил бы, мне с толстушкой весело, на руках ее носил бы, если б меньше весело. Эх, Алёнушка, на ярмарку бы нам с тобой сходить. На карусели покататься. Ты на белом коне, а я на черном. Эй! Как хорошо-то. Люблю карусель. Будто на настоящей тройке мчишься. Только ветер навстречу. А вот медведь Мишка, веселый шалунишка. Мишка, класс любишь? Йод обожаешь? Брашку! Больше мы с Мишкой слова не скажем, зато на ярмарке представление покажем. Ну вот мы с тобой на ярмарке и погуляли. Как так? Это только мечты. Денег у нас с тобой нет, Алёнушка. Плохо. Нет, хорошо. Для меня помечтать одно удовольствие. С ветерочком прокачу? Нет, спасибо. Мы не спешим. Спасибо. Мы и так пешком погуляем. Правда, Белочка? Правда. Отказались от гнедой, не захотели вороной, ну а мимо вот такой не пройдете стороной. А? Прокатимся. Алёнушка! Саша! Алёнушка! Саша! Саша! Алёнушка! Алёнушка! Саша! Спаси меня! Саша! Алёнушка! Тебе самое главное. Я покажу тебе то, что никогда никому не показывал. Вот
Елена, обрати свое внимание. Ствол серебряный. А листья золотые. Зачем? Как зачем? Для богатства. Для богатства. А богатство зачем? Зачем, зачем? Вот деревья у меня стволы серебряные, а листья золотые. Мне наши деревья больше нравятся. Это какие такие ваши? Березки белоствольные. И листочки на них каждый год новенькие. Вот Вася... Ты Васю забудь! Как же это я Васю забуду? Ты, дедушка, что? Ваше бессмертие. Давайте в жабу обернем. Временно-то. Не встревай. Знаешь, Елена, ты меня дедушкой не зови. А как же тебя звать-то? Ты же старик? Жабочку. Пока не образумится. Не встревай. Я не старик. И не молодой. Я вечный. Меня не звать, а величать положено. А как же тебя величать, дедушка? Опять, дедушка, ну что за деревенщина? Тьфу, жабочку. Не встревай. Величать меня надо ваше бессмертие. Ваше бессмертие? Совершенно точно. Или просто Коша. Коша? Чудная белочка. Ну ладно, буду величать тебя ваше бессмертие. Ну вот, ты говорил в жабочку. Что ты понимаешь? В лошадях только. Ваше бессмертие? Да. Мне пора домой. Здесь, чтобы о Ваське вспоминать. А зачем? А затем, чтобы за меня, за Кощея Бессмертного, замуж выйти. Коль пойдешь по доброй воле, будешь жить в богатстве в хоре, в светелке во дворце, как жемчужина в ларце. Как жемчужина в ларце. Вот, вот. Совершенно точно. Кусается! Кощей проклятый! Как жемчужина в ларце. Не пойдешь за меня замуж, пеняй на себя. Во дворце светлица, в башне темница. Вот она, башня-то. Алёнушка! Yeah!
слуги мои верные, слуги мои скверные. Видите? Видим! Службу свою знаете? Знаем! Действуйте, злодействуйте! Беги скорее! Спаси от огня лютого, деток малых! Стариков убогих! Старушек беспомощных! Васенька, спаси! Беги, Васенька! Обманули дурака на четыре кулака! Горит, разгорается, тухнуть не собирается. Самоварные, пробудитесь от спячки! Танцуй, лежи, дела хороши! Наконец-то на нас обрушилась долгожданная беда. Или проще сказать, счастливый случай. Горит не что-нибудь, а именно царский дворец горит. Это великое бедствие, или проще сказать, удача, создает все условия для пожарного сословия. Или проще сказать, куй железо, пока горячо. Ха-ха! Грудь вперед, живот убрать. Ешь глазами начальства. Где у тебя грудь? Запамятовал. Ха-ха! Ха-ха! Тут все мои предки рождались и жили, и вечную славу себе заслужили. О, а я кто? Не грозный, не смелый, я пиду шестой погорелый. Доброе утро. Упрел я. С легким паром. Усадить, мое величество. На горячие сели, ваше величество. Да, я погорячился. Что такое? Министр. Какой министр? Без портфеля. Это как понять? Министр на всякий пожарный случай. А, значит, за пожары ты отвечаешь? Я. А известно тебе, чем ты отвечаешь? Известно. Чем? Неизвестно чем. А, он дурак. Зато преданный. Слушай мою команду. Кру, дом! Далее! Где у тебя левое плечо? Запамятовал? Отставить! Тускловато! Не к кому-нибудь, а к самому царю на пожар едем! Ха-ха! Ха-ха! Порядочек! Да, а моего величества библиотека спасена? Половина. Вот, извольте убедиться. А вторая половина? Погибла в огне. Погибла? Зато все остальное имущество полностью спасено. Разве что мелочи какие. Папаня! Папаня!
натворили. Обо всем вспомнили, а про царскую и дочку забыли. Ты что, спала, Софьюшка? Спала, папанечка! Добрым утром, доченька! Добрым утром, батюшка! Скорее, царская дочка, спасайте! Вертай взад! Живо! Ну! Что стоите, дремучие вы человеки? Где ваша совесть? Где ваша честность и пекло? Дочку спасайте! Разве не легче сразу сгореть в пламени пожара, чем потом всю жизнь сгорать от стыда? От стыда, ваше величество, все же полегче. Ну что же мне, самому царю в пекло лезть? Полезай, батюшка, полезай, родненький. Мы по тебе такие поминки справим. Справим. Блинков напечем. Напечем. Рашки наварим. Наварим. Полезай, батюшка, полезай, родненький. Капуги, чинодралы, всех разгоню, всех уволю. А? Что? Кто это? Вертай взад. Живо вертай взад. Скажи, пожалуйста. В огне. Не сгорел. Ага. Но из воды-то сухим не выйдет. Софьюшка, красавица ты моя. Да где же ты? Здесь, здесь. Папанечка. Выгори ясно, чтобы не погасло. Чтобы не погасло. Чтобы не погасло. Я на небо. Птички летят, колокольчик извинят. Ваше Величество, вверенная мне пожарная команда прибыла в ваше распоряжение тушить сооружение. В полном составе, в порядке и справе. Я доволен. Доволен. Очень доволен. Нашему благодетелю! Молодцы. Выдайте почерки старки, памятные подарки за отличную службу и наружный вид. Перекур. Куда? Куда жениться? Жениться? Как так жениться? На ком? На мне, на мне. На ней. Ты что, порядков не знаешь? Не знаю. Раз ты царскую дочку спас, жениться на ней ты должен? Должен. И полцарства придачи получить. И клея в носу. Хватит с него и полбиблиотеки. Не могу я на ней жениться. Нет, почему это? У меня невеста есть. Какая такая невеста? Алёнушка. Опять опоздали. Вертай взад, доченька. Всегда так, всегда опаздываем. Ну, доченька, это же оскорбление. Вашего царского. Величества. Да, это оскорбление нашего царского величества. Надо его наказать! Наказать! Как же нам его наказать? Засуньте его в мешок! И в море океан забросьте! Ага, хорошо! Водичка-то на холодненькая! Постынет! Образумница! Хорошо, добрые странницы! Будь по-вашему! Главный!
Порядочек. Василек. Не бойся, маленькая, я тебя в обиду не дам. Ты где находишься? В помещении. Не в помещении, а в заточении. Понятно? Испугал мышонка. Ну, пускай в заточении. А кричать-то зачем? А я не кричу. Я гневаюсь. Понятно? В заточении улыбаться не положено. Глупый ты старичок. Как же не улыбаться, когда весело? Врешь! Это ты мне на зло притворяешься, девчонка! Какой же ты, ваше бессмертие, невежа! Вася придет, он с тобой за каждое словечко рассчитается! А теперь уже не рассчитается, вот! Полюбуйся на своего Ваську! Ну? Видишь, Аленушка, мешок? А в мешке твой женишок! Посмотри, что здесь внутри. Камень тяжелый и парень веселый. Ой, чертяка! Не чертяка я, не чертяка. Нет, чертяка. Не бойся меня. Не чертяка я. Действительно, не чертяка. Да кто же ты такой? Утопленник я. Утопленник. А ты кто такая? Тоже утопленница. Значит, друзья по несчастью? Угу. Да я не по своей воле утопла. А по чьей же? Меня добрые люди утопили. Это за что же? А вот уж 11 лет, как морской царь нашему царству бедой грозит. Какой бедой? А такой бедой, что зальет водой, ежели мы ему дань не заплатим.
Так вот, по такой беде, чтобы не быть в воде, нас в воду и бросают. Кого это, вас? Девушек-красавиц. Каждый год по красавице. Меня первую бросили. Я в ту пору самой красивой красавицей считалась. Скажи мне, как отсюда на землю выбраться? Ты об этом, парень, не мечтай. Почему? Выбраться отсюда можно, только по разрешению самого морского царя. Ну? А разрешения такого он еще отродясь никому не давал. Ух, и вреднющий он. Да не вреднющий он, не дух у него. Чем же он болен? Ой, он зеленой тоской болеет. Ой, тоска зеленая, он мученик. Ваш Макрей, что? Может, бурю сделал? Советник называется. Ну уж какой присоветовал, бурлю. Как будто в бурле есть покой. Ты мне новенький что-нибудь предложил. Ой, скука. Ваше мокрейшество, а что ты, девит красавец, кликнуть? Ты советница называется. Невидель какой выдумал. А ну-ка, валяй клич. Валяй. Девицы-красавицы, Любушки-голубушки, а ну пожалуйте к самому. Они так и будут ходить? А чем плохо? Они вчера так ходили. Так, да не так. А как? Вчера они справа налево ходили, а нынче слева направо ходят. Но я вам прямо скажу, эта походочка великая находочка. Стоп! А я тебе тоже прямо скажу. Это твоя походочка у меня уже вот где. За подбородочка. Нам тебя утешить. Может, песню потешить. Валя, тешь. Девушки. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода, калинка, калинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду... Я уж эту песню тысячу раз слышал. Неужели что у них двойни? Как не быть, у них всякие есть. А ну, девушки. Малинка, малинка, малинка моя. В саду ягода, малинка, малинка. Стоп! Опять они прежнюю запели. Ну откуда же прежнюю? То калинка, а то малинка. Совсем другая ягода. Да ягода, может, и другая. Ты песни та же, а я новенького хочу, свеженького. Есть и новенькая, есть и свеженькая. Это кто же? Это что же? Утопленник. Свеженький? Свеженький. Ну, а ну клич его сюда поскорее. Девицы-красавицы, Любушки-голубушки, наряжайте меня по себе. Поскорее, побыстрее, да понарядней. Макрейший поп! Здравствуй! Ты когда же утоп?
Нынче? Вот спасибо, вот молодец. Рад стараться, ваше мокрейшество. Добро пожаловать, утопленник Вася. Ну, потешь меня чем-нибудь поскорей. А чем тебя потешить? Ну, чем у вас на земле тешатся поновей? Тем ты и меня потешь. Песни играть умеешь? А то как же. Ну, заводи. Калинка, калинка, калинка. Ты когда говоришь утоп? Нынче. А поешь, будто тебя давно утопили. Неужели ты другой песни не знаешь? Помогней. Как же не знаю? Знаю. Ну так пой. Малинка, малинка, малинка моя. Стоп! Выходит, на земле-то и новые песни выдумать не умеют, а? Ну так я сам придумаю, и не вашу земную, а спою, водяную. Придумал! Сардинка, 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 моя сардинка, сардинка, сардинка. Ой, и я туда же. Спасайте! Да ну! Сардинка, сардинка, сардинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Это что? Книга. А зачем? Для чтения. А, книга? Это как? Могу показать. Покажи. Садись. Все садитесь. В некотором царстве, в некотором государстве жил-то был сильно могучий богатырь, гроза преступного мира, майор Пронин. Но где жулики что не своруют? Корову ли уведут? Белугу ли украдут? Так. Он сразу найдет. Молодец. Ну, а если жемчуг украдут, тоже найдет? Обязательно. Молодец. Дальше, дальше читай. И решили его жулики лютой смертью извести. Ай-яй-яй-яй. Заманили они добра молодца майора Пронина в пещеру. Ручки-ножки связали и на бочку с порохом верхом посадили. А дальше, дальше что? А дальше я за даром читать не буду. За мной награда не пропадет. Ты только дальше, дальше читай. А чем ты меня наградишь? Да чем хочешь. Ну, хочешь, мешок жемчуга насыплю, а хочешь, кита подарю. Только читай. Ты мне, ваше мокрейшество, скажи. Что сказать? Сколько у тебя в подводном царстве девушек томится? Сколько? 10. Ваше мокрейшество. А? И одна штучка. Выбирай любую. Я уже выбрал. Да ну. У меня невеста есть. Аленушка. И у нас на земле женихи остались. Пусти нас. Пусти нас. Так вот, ваше мокрейшество. Отпусти их всех на землю. Иначе я читать не согласен. Всех? Всех. Морскому царю низкий поклон и приветное слово. По взаимному уговору, по гербовому договору, дабы не было беды от соленой воды, получай
согласно условию красную девицу свет Прасковью. Отпустил? А меня? Вася, ну если я тебя отпущу, ну кто же мне читать будет? Сам читай. Ну да я же не умею. А я научу. Дурь твоя голова. Ну как же ты меня учить будешь? Как меня учили, так и я тебя учить буду. Сравнил. Я все-таки царь. Царей, надо полагать, труднее учить. Я вашему Кресту однажды даже козу выучил. Козу? Так неужто тебя не выучу? Но ежели... Козу? Давай попробуем. Но только вряд ли. Вот это буква Б. Б. А вот это МЕ. 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 А ты, а мы, а на шайки. Атаман шайки. Атаман. Майора Пронина. Стреляет. Не бойся, не бойся. Читай дальше. О, осечка. 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 Ура! Ты Садко знаешь? Садко? Жалую тебе его кафтан. Ваша мокрица. Не спорь, с царями не спорю. Жалую. Настоящий Садко. Типичный. Ну, присядем на дорожку, помолчим. Вася. Как-нибудь еще разок утони. Зачем? Читаем, поболтаем. Мокрейшество. Ну, прощай, утопленник Вася. Ох, жалко мне тебя отпускать. Опять тоска зеленая на меня нападет. Мокрейшество. Не скучай, не грусти. Прощай. Вася. Три, два, один, старт! В огне не сгорел. Из воды сухим вышел рух ротозяй. Службу свою знаете? Знаем! Действуйте, злодействуйте!
величество. Ваше грандиозное величество. Ваше элегантное величество. Вот женишок-то. Для вашей раскрасавицы. Эврика. Красавица. Не каркай, не проворонь. Царь я или не царь? Царь. Удо! Не бойся, Вань. Не бойся. Это не для сражения. Это для уважения. Наших дочек от морского царя спас? Знак вопросительный и восклицательный. Человек удивительный, человек замечательный. А посему, по нашему соизволению, по моему повелению, велю величать Василия сильнейшим, мудрейшим, скромнейшим. Че тебе? Красивейшим. Дура. Зато красивая. Вся в отца. И красивейшим. Да будет так. Восклицательный знак. Молодец, батюшка. Я старался, матушка. Дозрел. Не такие скверные слуги мои верные. Дозрел! Обженят! Благодарю, все видел, все знаю. Чок нас спасили, волочок! Никуда не денется, скоро-скоро женится! Ты, Костей, не жалей, Костей! Ох, и вредные трубы медные! Слабушка, слабушка, сладкая отравушка! Мудрецкое. Это как понять? Здесь скромнейшие мудрецы думы думают. Так, так. Проверенные мудрейшие, как они там думают, правильно или неправильно? Ну что ж, можно. Наимудрейший! Объясните мне, почтенные мудрецы, какие вы тут думы думаете? Да вот всё. Да вот всё об этой палке спорим. А в чем спор? А спор вот в чем, наимудрейший. Где у палки конец и где начало? Ну, допустим, слева начало, справа конец. Так? Так. Итак. Нет. А теперь я эту палку переворачиваю. Теперь, значит, конец пошел на начало, а начало пошло
наконец. Так. 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 Не так! Не так! Так, и сколько раз мы этот опыт шпалкой не ставили, каждый раз то же самое получается. Нету палки конца, и все тут. И выходит по науке, что? Что палка есть нечто бесконечное. Что философы древности говорят? Что? Палка о двух концах. Значит, концы-то у нее есть, а чего нету? Нету начала. И выходит, что палка есть нечто безначальное. Уймите их! Говорить буду. Тихо! Тихо, господа мудрецы! Тихо! Наимудрейший говорить будет. И давно вы спорите? 30 лет. И 3 года, и 3 дня. Совершенно правильно. Да. Долговато, долговато. Но, ежели по сучкам разобраться, вот так эта палочка в лесу росла. Камельком к земле, а вершинкой к солнцу. А-а-а. Поняли? А-а-а. Значит, здесь у нее начало, а здесь конец. Гениально! Грандиозно! Колоссально! Василию наимудрейшему слава! 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 А из небес понаряжалась сарафан зеленый Вышка наружка, не сомневайся. Белочка ваша найдет. Все будет хорошо. Глупенькая. Смотри, вот она, верность-то Васькина. Так вот, Елена, выходи замуж за меня, за бессмертного. Не бывать этому никогда! Thank you.
Аленушка. Какая Аленушка? Аленушка, невеста моя. Невеста? А я кто? Не серчай, царевна, прости. Бежим! Не бежим! Куда? Батюшка. Я старался, матушка. Перестарался, батюшка. Благодарствуем, нам не до цветочков. А, жаль. Нам до Кощея. Только тихо. Как до Кощея добраться? Теперь я буду спрашивать. Теперь маманя будет спрашивать. Ты отвечай, да не хукай. Огонь, ты прошел? Угу. Не хукай. Прошел. Воду. И воду, можно сказать, пробарахтался. Прошел, значит. Не встревать. И медные трубы прошел. Еле прошел. Ой, сила! А теперь же своей Аленой топаешь. За Аленушкой. Ох, и трудно будет тебе ее достать. Нелегко с Кощеем совладать. Смерть его в яйце. Яйцо в драгоценном ларце. А ларец тот под дубом зарыт, мохом травою закрыт. Не мешай, достанешь яйцо. Понял? Понял. Ой, молодец! Сыт! Как границу заколдованного леса переступишь, зашипит, заскрежещет, нечисть лесная, не бойся. А пойдешь все вперед и вперед, задом наперед. Как ударишься от дуб заветный, сделай 6 шагов и влево. Там смерть Кощея схоронена.
да смотри, не оглядывайся. Почему? Оглянешься, окаменеешь. Спасибо, бабуся. Спасибо, Ягусь. Не на чем. Две дочки стараюсь. Я нашащий зуб имею, вот он. Второй-то у нее из-за Кощея изменщика стачился. Не реби. А ты топай, топай, топай. Оглянешься, окаменеешь. Мама, Аня! Дитятка моё неразумная, ненормальная. Слуги мои верные, слуги мои скверные. Будь человеком. Человеком? Отдай яичко, я тебя озолочу. Поверь мне, поверь. Нет тебе веры, злодей проклятый. Так очевлю с нашей бессмертием. Обессмертилась. Теперь кому служить будем? Кому? 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 Ему. Ваське. 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 Ой, Коша! Алёнушка. Вася. Алёнушка. Вася, Василёк. Алёнушка. Бежим скорее из этого проклятого логова. Бежим. Сильнейшему! Слава мудрейшему! Слава красивейшему! Бежим! Thank you.
Белочка. Аленушка. Это что? Нечаянно. Нечаянно? Ага. Когда на Алене женился Василий, на свадьбу всю музыку пригласили. И балалаишников, и скрипачей не пригласили одних. Трубачи, о, гости ели, гости пили, даже козочки налили в миску сладкой варенец. Тут и сказки всей конец.